Вот тут вот такой вот дом. От ось такий ось будинок. Он на вигляд покинутий, заброшений. Вот. Тут кольцо, вот тут вот так вот нарисовано. Ось. Як воно виглядає. Внутрі у нього. Через вікно, через окно, короче, как внутри выглядит вид на вот. Это вот ступеньки тут. Тут машины стоят, поэтому подходить неудобно. Вот. Тут ступеньки. Это вот как бы ход. Через окно, через вікно я покажу разные комнаты тут. Что тут в них находится в этих комнатах. Вот. Так. Вот это вот вход, и он заделанный. Заделанный вход, чтобы туда не заходить. Но при желании через окно залезть можно. Я не бомж, не бомж. Залазить я сюда не буду. Вот. Что скажу сразу. Вот. Такой вот дом. Вот. Еще раз показываю все. Тут вот чья-то одежда, чья-то мебель. Вот. Выход в комнаты. Вот. Оно все просматривается. Потому что здесь настолько все выбиты. Векна двери выбиты. А это провода тут. Непонятно что, но в общем выглядит оно вот таким вот непонятным образом. Тут вот окна, вот тут выход, вот эти вот провода, которых я не хочу никак касаться, но я покажу сейчас. Меня тут ничего лично не напрягает. Вот тут вокруг как бы еще дом. Ну да, здесь живут люди вокруг. Вокруг вот тут живут люди. Поэтому не надо опасаться. Цивилизация тут есть. И если вот в этом вот здании вот тут вот заделали один вход, другой вообще кирпичами заложили, заклали цеглою прохід до будинку, то ось тут як воно виглядає за цього боку я покажу отак. Щоб не ось ступеньки от деревом зарешені, щоб не чтоб, короче, не останавливаться, я покажу вот здесь вот комнату. Кімнату ось таку покажу. Ой. Извините, меня вот эти деревья тут сбивают. В общем. Вот. Сейчас покажу. Сейчас с чего боку? С этого бока. Как выглядит вот. Тут завалено все сметям, какими-то листьями, сметям. В общем, не буду уточнять. Оно нафиг никому не надо. Кому надо, рассматривайте внимательно сами на видео вот эту купу этого сметя. А мы продолжаем дивитися у вікна чого будинку. Мене от особисто, мене лично, глядачі моего канала зрителі, просили показати какие-то интересные заброшенные старые дома. Я не знаю, с какого это века дом, но тут написано вроде бы 1870 год. Я не знаю, верить этому или нет, но тут так написано. Тут вообще написано много всего, поэтому уточнять, написано одно, написано другое. Я не знаю, чому. Чого можна вірити, чому не можна вірити. Ось сходи, ось такі. А ось тут от є вход. Ну я не пойду, тому що я по цьому мусору точно вб'юсь ходити.
А меня тут не найдут, не найдут, короче, я себе пойду по этому сметю ходить, вот. Ось, як воно виглядає, оцей, ось будиночок. Прохід тут такий, ну, ви самі розумієте, що тут не тільки воно ось описано чим-то, тут іще і отак, отакі стіни і отакі стелі. Тобто, отакі стіни і потолок. Тут сходи починаються, поэтому как бы как будто высоко получается, что я снимаю. Вот. Сюда отойти я не могу, тут сметя, тут мусор, короче. Поэтому вот так буду сниматься. Так. Далее до векна. До векна таишка. Таишка, таишка, так. Видео иду до векна. Монтировать я это видео не буду. Выложу его в таком виде, как есть, потому что я ничего лишнего тут точно не покажу. Тут все так, как есть, так и будет. Вот так оно выглядает. О. Вы сами понимаете, что как люди пишут на разных мовах, на разных языках, как люди пишут. Так и я говорю на двух языках. Тут, видимо, пожар был. Тут, видимо, был пожар. Вот так вот видно. Что тут как будто бы был пожар. Но я не буду об этом говорить. Пускай об этом говорят те, кто знают, что надо говорить, но... Хочу показать. Вот тут вот осталось еще заборчик сложен, вот. Тут что-то было наложено. Я сюда не пойду. Сюда не пойду, вот. Вот этот вот дом. Туда не пойду, там заложено. Вот тут вот красивая, собственно, площадка сделана. Вот. Вот такой вот заборчик. Я буду приседать иногда. Приседать, короче, буду, чтобы показать пока видео. Видео, короче, показать. Все, снять. Что тут есть. Вот. Немного. Вот такой вот. Ой, паркан. Это забор, как бы считается. Паркан. Ну. Покажу большой забор, маленький. Сейчас есть. Ой. Вот так. Оно выглядит. Там видно, что люди ходят. Навіть видно, що ходять люди. Тобто це не заброшене місце, тут ходять люди. Ось тут починається така краса. На дереві отако от намальовано. Ось так ось намальовано. Я у ночному місті не живу. Ось будинок видно, який, хто тут живе, в цьому поганому, некрасивому будинку. Я ось тут от не живу, я сюди спеціально прийшов, щоб показати, як тут існувало, що збереглося, що зробили після того, як воно все буде. Отут квіти. Ось тропинка. Тропинка. Вона починається ось тут. Тропинка. Ось. Ось тут вона отак виложена, тут дерева ростуть, тому тут показувати нема чого, тут швидко. Ну як вам
будет понятно, можно увидеть, как оно тут вот есть. Сейчас я покажу с одной стороны, потом вернусь, покажу с иншого боку, короче, с другой стороны покажу из иншей стороны. Ось, яка вона тут, чи є гаражі, вони нікому не потрібні, вони не цікаві, інтересні, короче. Інтересно тут подивитися на оце ось, як його зберегли люди, попри те, що згорів будинок. Як його зберегли люди. Ось тут от грибочки, я просто ось покажу. Зараз тут паркан не дає пройти, але я покажу ось так, щоб ви розуміли, що тут є паркан, і через нього ходити не можна. Бо тут дійсно красиво, красиво, короче. Такое. Вот. Как, ну. Вот тут вот красиво, грибочки. Грибочки видно тут. А это тут еще выложено, вот. Я буду приближать. Вот тут вот видно тоже так красиво. Извиняюсь, если когда мутно, я просто не буду ходить туда, куда ходить нельзя. Вот тут. Вот. Вот так оно красиво. Не начинается и не заканчивается, да. Как бы с другого, вот тут вот с каждого края, другого боку или как, оно говорится, выложено вот такими вот штучками, ну, чтобы было красиво, вот. Чтобы было красиво. Чтобы вы понимали, здесь паркан такой вот. Дерево таке. Ось тут така пташка. Як її показати? Ой. Не можу я збільшити чомусь. У мене воно настільки не наводиться от сюди, що я не можу збільшити. О, збільшив все. Ось. Як воно ось. Така пташка красиво зроблена, навколо неї тут багато всього, до чиєї пташки ось був прохід, але його ось так заробили пеликаном, я не пам'ятаю, як пеликан буде, або хто це йде, або це лебідь. Короче, я не буду переводить название этих птиц, потому что я, если вспомню, то вспомню не точно. Поэтому звертайтеся до Википедии. Зачем мы питанням? Яка це птиця? Хто це? Ось. Тут. Собственно, вход. Середина вот этого вот. Но я пока еще вот остановлюсь на вот такой вот птицы, потому что я так скажу, дивитись цікаве потрібно завжди, а не тільки тоді, коли воно є, тому що є воно завжди, просто у одних воно є, вони його повинні показати, в інших його нема. Ось. Ось так от красиво. Все зроблено. Те, що вже щось росте тут. Зростає.
це вже, я скажу, дуже так і краса. Зараз у нас зима. Хто не знає, у нас зимой снега нет. То есть снег выпал, началось тепло, снег растаял, снега нет. Поэтому снег я записываю. Вот выскочил, успел записать снег? Хорошо. Будет видео. Не успел записать видео. Не буду видео. То есть не успел записать? Успел записать. Так повезет, насколько выпадет снег. Боюсь, что он выпадет. Или нет, мы продолжаем сейчас зимнее видео. Сейчас не холодно. Вот это вот такие вот зимние видео. Вот это вот прям сделан домик. Домик с дверкой. Домик с окошком. Я уже заговариваюсь. Чуть-чуть закашлялся. Я извиняюсь. Ой. Такие тут фигурки. Знаю. Я их покажу трохи больше. Вот это такой так. Ось. Як воно. Вот это такой ежак. Ёж. Вот это такая свинья. Я знаю, есть такие места, где просто ничего не ломают, потому что здесь нет людей. Именно поэтому что-то живет. Потому что там, где есть люди, неважно какой они национальности будут, это так говно, которое люди несут, войну вот это вот. Оно прям сыпется, сыпется и все ломает. Прямым текстом я говорю, потому что я другим текстом говорить не умею. Видео длинное. Видео долгое. Потому что я хочу показать усы. Ось. Тут ось. Так. А цепта, цепурка. Курка. Сейчас, напевно, не зможу. Такого з іншого боку показати, бо ви самі розумієте, як воно буде. Хоча тут є переход, але навіщо мені назад було йти? Тут не дуже гарно видно, але теж красиво. Теж отак красиво. Отак, от красиво. Щас. Я возвращаюсь показывать с другой стороны. Вот. Дальше. Вот тут вот с этой стороны вот дерево. Тут. И веночек, и еще вот такие красивые вещи вот тут. Так красиво выложили. Не просто досточки, а пометили их. Дощечка. Ось. Тут такой столик. Вы знаете, я хотел сказать быстро. Быстро. А тут как бы быстро не говорят. Так и птах. С этой стороны окна заделаны, потому что здесь гуляют дети. Вот с этой стороны вот такие замечательные птицы. Их видно. Видно, их реально вот эти деньги у нас отменили, они не ходят, поэтому здесь их выкладывают для красоты. Я их поднимать не буду, трогать не буду, потому что деньги выложили для красоты. Тут я не знаю, что было. Тут вот оно упало.
Ось. Як. Ось. Чтобы... Ось. Такий тут Пінокіо сидить. Я не можу тут присісти. От ви бачите, як воно коїться. Що я тут присісти не можу. Але все-таки так Пінокіо покажу. Це Пінокіо, Пінокіо. Покажу, як є, але ось тут така споруда. Вона заважає от сюди пройти. Ви бачите. Ось, зараз. Що з чого починається? Ось. Зараз ось його одразу і не показати так. Пташку я покажу ще з того боку. З того. Але з цього пташка грубана дуже красива. Ось така пташка. Ось. Дерево хтось посадив. Тому поважаємо. Поважаємо це. Ось. Якого ракурсу можна куди підійти. Такого і показую. Ось. Ось так воно красиво. А я повертаюся до того боку. І ще розумію, що я не показав чогось. Воно все отак красиво викладено. Усе отак красиво викладено. Саме, щоб було отак красиво. Я ж нічого. От, як тут. От тут красиво як. Уточнять, где это, я не буду. Не буду я уточнять, где это. Сейчас я пройдусь. Вот это вот здание, это было тут пивная, что ли, ЖЭК. Вот что-то вот тут вот говорят было, что тут была пивная, тут был ЖЭК. В общем, вот такое тут вот говорят, а вот это вот здание. Я сейчас немножко поставил на паузу, мне сказали, тут какая-то пивная была, какой-то ЖЭК был. В общем, люди пришли, сказали, что бы я не ломал, что они тут делали для красоты. Что они тут делали это для красоты, вот. Потому что вот это вот красота, красота вот это вот. Сейчас птичку не могу показать через забор. А с той стороны его как бы и не видно. Погнайте 25 минут. 30 минут уделить на вот это. Это довольно-таки немного.
на вот эту вот красоту. Пошлем всем дякую за перегляд. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр всем. Вот тут еще вот такая вот фигурка. Вообще красивая фигурка. Ой, она вот такая красивая. Дякую за перегляд. Спасибо за просмотр. Еще раз всем пока.